Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов. И сегодня коротенькое видео, небольшой лайфхак для тех, у кого имеются газовые котлы или циркуляционные насосы в системе отопления. А именно, проблема вся в том, что иногда эти насосы гудят. Гудят они из-за того, что в них есть воздух. И сегодня я покажу, как избавиться от бурления в насосе воздуха. А когда в насосе воздух, сами понимаете, он не смазывается, он смазывается водой, нагревается и может выйти из строя. Поэтому следите за тем, чтобы у вас не было воздуха не в системе, чтобы по трубам вода шла без бульков и прогревалась полностью, и, соответственно, насос, чтобы ваш тоже был нормально работал, без посторонних звуков. Итак, начинаем. Обязательно в выключенном положении, чтобы мотор не работал. Как видите, off. Еще дополнительно выключаю стабилизатор. Все. Подставьте какую-нибудь плошку или неважно чего. Там, в принципе, чуть-чуть совсем вытечет. И откручиваете плоской отверточкой вот эту вот пробочку. Резьба здесь нормальная. Вот эта стрелка означает направление вращения крыльчатки насоса. Просто стравливаете излишки воздуха. Все, слышали? Все. Заворачиваем. Не сильно, там резиновая прокладочка. Все. Теперь включаем и слушаем звук. Все, включилось. Все, горелка заработала. Насос больше не шумит. Как слышите? И не забывайте про обслуживание котла ежегодное. Мойте, чистите, и будет он у вас такой же, как у меня. Да пребудет с вами тепло в вашем доме. Ну вот, друзья, так вот можно просто решить проблему с воздухом в циркуляционном насосе. Поэтому не бойтесь что-то сделать своими руками. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться на канал. Расскажу еще что-нибудь интересное. Ну, а пока. Пока.